Полное погружение в профессию. Студенты юридического факультета смогли изучить работу полицейских изнутри. Будущим сотрудникам органов внутренних дел устроили очную ставку с обитателями притонов. Работаешь? Покалываю. Здесь с ребенком посижу, где двор подмету. Здесь снег почищу. Две кражи обернулись для Марины домашним арестом. Участковый в ее доме – частый гость. Сегодня вновь зашел напомнить о запретах. Юные юристы не просто наблюдатели. Они также включились в беседу. Мы впервые так попали. И, конечно, впечатление не очень хорошее, но легких путей не ищем. Вот мы обучаемся. Это очень хороший опыт в будущем. И, в общем, я очень рада, что я выбрала эту профессию. Мне очень нравится. Следующий адрес – наркопритон. Нежданных гостей встречает ранее судимая хозяйка квартиры. Для студентов такая картина живописнее любой книжной иллюстрации. В университете они получают теоретическую часть знаний. Мы показываем им практическую часть знаний. Чем мы занимаемся, наши цели, задачи. Полицейские открыты для сотрудничества, поэтому попробовать себя в роли стражи порядка могут все желающие студенты. Кристина Кононова, Андрей Зарубин, телеканал «Сейм».